наши муки станут платой за это вторжение. От босса тотема. Я пойду другим паладином. Уходи пока без меня. А чё? Не знаю, этого оставлю на последний раз. Похилили. Выносите меточку, пожалуйста. Как и должно быть. Правильно, похилил. Наверное, тактика такая. Да нет, это Фуривар не вышел с меткой. Это вы к нему сбежались просто. А чё, кстати, этот Рома жирный, блядь, Джейми, который, он чё, заходит, играет? Ну, как посуду не моет, так заходит. Но охуеть, глыбу нельзя сжать, блядь. Нужен еще кто? Да, заходи на вора. Горите в огне хозяина! Дедмайн, ты тут? Ты пришел? Скучные вы какие-то. Ну а что, уже все, никого нет. На репью заходишь? Сейчас я... Подожди секунду. Эти столик маги сразу. Давайте хардкору кидай. Я захожу. Давайте я снова потанчу Акму первую копию. Веселочка вторую. Поставьте шкаф, пока сумма не тем. Вара и Олега сейчас зайдет. Юксельграны и будут идти, нет? Не знаю, ухнулся куда-то. П-5
пишу ему. Мне мут здесь. Он релогается, блин. Кто из ретриков там самый слабый? Те. Дайте что-нибудь по ходу дела, пожалуйста. Лично только нету, начинаю. Цирк приехал. Без вас я бы долго не продержалась. Рис степавших. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Давайте по новой бафы все. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти... Все готовы, начинаю. Каску порогом дайте. Их нужно остановить. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел!
Меня напали мут, я не включу голос. Так, Макви волшебно пока разбирайтесь между собой, там правосудие, ауры, ридамы. Тайлан, включаю шару от огня. И будешь дамажить свету. Первая пати тьма, все остальные свет. Пожалуйста, посмотрите сейчас, чтобы потом не было недоразумений. Первая пати только во тьме, все остальные в свету. А по танкам Акма танчит тьму, Гелд свет, веселочка, мелкий трэш. Давай лучше потанчу свет. Пайрелиш тогда? Что пайрелиш? Вынести метку и кого убить без проблем. Окей. Security Renewal, хилите свет, Колобуна с Лэзипан, Кейхотик, хилите тьму. Четвертая пати, остаетесь добивать больших, Хилика диспылишь третью фазу свет. Да, я тьму тогда потанчу, Акма свет. Дал помощника, как могу ушерелить. Инерам еще сказать. Лейшн Эпплбокс заливайте на второй фазе. Лазипанку на третьей фазе секьюрити. Войд всегда лазипанку заливает. Наоборот, секьюрити. Войд всегда секьюрити заливаешь. Лейшн Эпплбокс на вторую лазипанку на третьей секьюрити. Все, чекай. Акма. А толку чекать там нет самогона. Он прилог, это он писал. Долго он реловывается. Он в РК есть, в РК ж нету вроде. Он зашел уже. Ясно, у нас минус один. Кто там был на замену? Кто минус один? Ну, друид. Ешин, или как он? Так он вышел, он вообще из инста. Кощуга. Чук, ты тут?
Кощуга, кощуга. Понесло уже, наверное. Ну так и что с друидом делать? Да поменяем его кого-нибудь. Написал 40 секунд. Ну если написал, значит... Не прошли. 40 секунд, 40 секунд назад, да? Короче, у кого грид есть? Короче, что-то поменял фреймы, ширину, высоту, и на них ники не показывают. Ну просто сплошной цвет, квадратики. Антон, Кощуга, ты тут? Ну давайте 24 пока попробуем. Подожди, там еще хоть-ка не было. Так, 24? Да. Ну, заходите тогда все за линию. Ставьте рыбу. Все есть. А чё, АКМРЛ? Да. У пуля, если в 24. Все здесь. На ХП крикнуть. Хотя свет здесь будет на крите фанса. Хилика. Упали-то. Дедман написал и вышел. Сейчас он зайдет на сову. Ставьте шкаф пока. Сейчас, погоди, Козырь, секунду, релогнусь. Просто. И отвечу.
Ладно, если в бою не будет крика, не кину ГП в ворон. Козырь, напиши в ЛС, брат. Все готовы, начинаем. Крика на хп таки нету. Сейчас крикну, найду только где у меня на панели, одну секунду. Дал я уже. Бля, где у меня крик сейчас? Дал я, не, давай. Все, я крикнул. Диспельси. Заходите. Помогайте. Заходите, слепи. Дайте кто-то security имя. 52%. Войду должен заливать. Выходите в свет. Моба бейте, кастер, мобов. Во тьме рус дайте.
Неси, неси, неси метку. Приз, дай гимн. Ну, дал гимн. Потом-то будет. Я же поставил. Не там. Разных нет. Метка. Бейте свет пока. Каплю, пожалуйста. На хп он дал кролику десни. Стоп, сверху босса и залил этот. Дается баф по секьюрити. Нет. Стан, в нее зай протопал просто так. Секьюрити мана залейте. Вообще ноль. Залил, залил. Поднимите, пожалуйста. Скажите, когда зайти. Пока лезу. Берн, секьюрити, да уже все. Падаем. Да, падаем. А как второй раз ты сдох, шаман? Так и первый я знаю, шаман. Позырь. А, не, нихуя. А кто может, пожалуйста, линкануть с рекаунтом мои расколы с тьмы? В тьме был? Ну да. Ну вот видишь, 10 расколов я стакнул. Зачем ты мне пишешь, что я типа расколы не стакаю? Потому что я не вижу, что ты не стакал. Вот видишь, 10 расколов я ударил. Это, наверное, после того, как я умер. Нет. Это весь бой, понимаешь, я стакал расколы. Всегда стакал расколы, не надо мне писать, чтобы я стакал расколы. Ну я написал тебе, что теперь? Я не знаю, у тебя голда снялась или у тебя ЧСВ упала. Я просто первый раскол видел, я видел свой дебаф на нем, понимаешь? Я не знаю, может он у тебя тикал, но у меня он не тикал. Но тебя поздравляю с этим. Это трагедия, когда ЧСВ упало. Пристабав, дайте. Просто проще будет. Не хватает, Богдан. Сейчас.
Катапульта, я в РК. Все готовы? Начинаю. Темы на хастинг. Котик, подними First Life, Apple Box Зинаиду. А сколько КД? Заходить. Гер, давайте сюда. Беги, малышка, беги! Подождать.
Самостопнуться, наверное, немного. Гимнамана в свету есть и растет один. А дал гимнамана свету. Красотонько сам сядет спит. У нас хоть три человека там может. Да это все, это уживает. Положитесь, Тимон. Дедмайт, ты на кого ролишь? Какой ник? Там, если что, я ГП кидаю, просто вы не видите.